университете я была ужасно влюблена в тебя. Шотландия, 1988 год. Кажется, мы не знакомы. Эмма Морли. Я тебя провожу? Прости, я не мастер в этом деле. Может, останемся друзьями? Хорошо. В день своей встречи Декстер и Эмма даже не представляли. Мы еще встретимся. Обязательно. Каким образом их жизни будут пересекаться в последующие 20 лет? Я катастрофа. Уверен, что они смертельные. 25 лет не ставят на себе крест. Ты-то уж точно успешный помощник продюсера с классной квартирой. Тебе надо отдохнуть. Будут строгие правила. Правила? Чтобы не испортить дружбу. Отдельные номера, никакого флирта и никаких купаний голышом. Давай! Мы с Эммой всего лишь друзья. Ты в этом уверен? К тому же не мой тип. Поэтому она мне так нравится. Этим летом вас ждет история двух людей, составленная из 20 годовщин их первой встречи. Не переключайтесь, самое интересное впереди. Меня назвали королем отстойного телевидения. Зато королем. С тобой мне всегда легче. Я стану не просто учительницей, а другом детей. Кто-то делает карьеру, остальные идут в учителя. Остальные могут валить к чертям. Я люблю тебя, Декстер. Просто ты мне больше не нравишься. По мотивам мирового бестселлера. Ты женишься? Да. Я скучала по тебе, Декс. От режиссера фильма «Воспитание чувств». Твои переживания о моем будущем превзошли все ожидания. Вас ждет удивительная история. Ты похожа на... На сильную одиночку, а ты на... Разведенного дурака. О дружбе и утрате. Мне нужно с кем-то поговорить. Нет, не с кем-то. С тобой. И вечной силе любви. Она сделала тебя человеком, а ты в ответ сделал ее счастливой. Энн Хэтуэй и Джин Стёрджес. Что бы ни случилось завтра, у нас есть еще сегодня. Запомни навсегда. Один день. Летом в кинотеатрах.